Уважаемые болельщики, еще раз просим вас соблюдать правила поведения на стадионе. Напоминаем, на стадионе работает система видеонаблюдения. Давай, давай, давай! Давай, блядь! Thank you.
Саша, давай. Человек, вы можете спуститься, пожалуйста? Что ты такой, блядь, вот такой, блядь, снимать, пиздец, я тоже пьяный, блядь, и чё? Не, я снимаю, походи. А чё ты так, блядь, разговариваешь? Пожалуйста, блядь, туда, пожалуйста, туда, блядь, отойди. А русский язык пожалуйста. Есть у нас, блядь, а? Добры, чё, ты охуел совсем, что ли, блядь, а? Блядь. Давай, не охуевай, ёп. Совсем, что ли, блядь? Дед, ты стой, я сам уйду. Там, блядь. Не давай, блядь, я тебе сейчас дам, блядь, понял, нет? Я сам уйду, блядь. Иди нахуй. Thank you.
Ну решай, решай! Yes! Блин. Замена в команде Тамбов. Вместо Дмитрия Каюмова, номер 51, на поле вышел Зюзис Артур, номер 77. И вместо Валерия Сорокина, номер 6, на поле вышел Сергей Шевчук. Номер 11. Thank you.
Давай, Шива, давай. Замена в команде Тамбов. Вместо Дутова Александра номер 16. На поле вышел Дутов Денис. Поехал Денис номер 25. Желтую карточку получает игрок команды Калуга Дмитрий Баранов номер 13.
как-то. Давай, 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 давай! Куда ты, ёбаный в рот, даёшь? Thank you.
Замена в команде Тамбов. Максим Крусевич, номер 30, ушел из поля. И на поле вышел Илья Спицын, номер 18. Замена в команде Калуга вместо Сергея Анохина, номер 10. На поле вышел Александр Петров, номер 17. Что ли, блядь, вообще?
Давай. Гол забил Алумон Александр, номер 99. Thank you.
Уважаемые болельщики, следующий домашний матч футбольный клуб «Калуга» проведет 3 сентября в 14 часов. Наш соперник «Зенит Пенза». Все это будет проводиться в рамках чемпионата зоны центра второго дивизиона. Основного времени матча добавлено 3 минуты. Стоп! Стоп! Стоп!